Всем привет из прекрасной Грузии. У нас сегодня с вами небольшое путешествие, которое начинается с дороги и с кофе. По дороге нам встретились родники. Итак, ребят, мы сейчас находимся в Бахмаро. Это высокогорный климатический курорт. Слияние морских и горных воздушных потоков создают уникальный климат. Курортный сезон в Бахмаро очень короткий, всего 2 месяца, это июль и август. Популярность курорта довольно высокая у местного населения. Сегодня очень ветрено, поэтому извините за звук. В горах еще лежит снег, несмотря на то, что у нас уже лето. Сейчас мы идем в гости к местным жителям, будем покупать каймак и сыр. Кому холодно, пусть в кухню зайдет. Присаживайтесь. Каймак 1 килограмм стоит 22 лари, сыр 1 килограмм стоит 15 лари. И мне тоже. Дали вот так. Нет. И мне можно общак? Я вообще ничего не брала. Дайте попробовать. У нас там. Так пусть этот. Ой. Чем больше, тем вкуснее. А дайте мне баночку. Привет. Банка, садка. Банка. Сколько? Литровый или пол-литровый? Литровую. Стоп. А сейчас мы отправляемся в горы. Я думаю, что это будет непросто, но выбора особо у меня нет, поэтому я решила пойти в горы. Это очень красиво. Я впервые иду в горы. Но вот именно
летом. Однажды я была в Сванете, но уже было холодно, осень была. Ребята, это потрясающе. Конечно, без подготовки тяжко, но это того стоит. Удобная обувь и внимательность. Смотрите, как красиво. Чем вот, ближе, тем вот, дальше. Вот на этот склон иллюзия. Потихонечку по гребню, кто хочет, а кто не хочет, может. Так, ну что, мы уже спускаемся, ребят. Спускаться тоже очень сложно. Поездочка, конечно, надолго запомнится. Я так устала. Посмотрите, какие красивые виды. Вторая часть группы у нас ушла за грибами. Сейчас вниз спустимся, посмотрим, что они собрали. И можно было еще поехать в центр погулять, но там особо смотреть нечего, и 4 часа сидеть как-то было неинтересно, поэтому я выбрала пойти в горы. Красивый. А это называют, я не знаю, как его ботаническое название, оленьи уши. И кушает их, да? Вкуснейший гриб. Обалдеть, я первый раз такие вижу. Да, это очень вкусный гриб. Класс. Вот, все. Олени уши. На этом, грибная охота закончилась, грибалка. Вкуснейший кофе в горах. Да ладно, что мы жара переводить. У меня здесь салфетки есть, можно намочить тоже. Ну что, казённый. Чисто грито.
шаба туда как этот. Ребят, а такие домики уже строят для туристов. Они уже такие облагороженные. В августе здесь очень много туристов. Здесь приезжают подышать. Полезный горный воздух. Бутылки стоят 2 лари. Как нам сказали, вода хранится 3 дня, она со временем начинает мутнеть и такого некрасивого вида становится, поэтому много набирать ее смысла нет. Ну вот так все облагорожено, здесь можно пообедать. Людей совершенно нет, но мы группой приехали, поэтому небольшая очередь скопилось у родника, а так никого не было.